В Николаевской области ликвидировали завод по производству контрафактного алкоголя. Суррогат производили на обычном складе в антисанитарных условиях. Окрышевали бизнес высокопоставленные полицейские, так утверждают в СБУ. Все подробности узнаем от Кирилла Ющишина. Производством нелегального алкоголя занималась целая преступная группировка. И стояли за этим сотрудники областного управления нацполиции. Такая информация появилась на сайте СБУ. Операцию проводили оперативники службы безопасности и сотрудники фискальной службы. Известно, что во время обыска правоохранители изъяли самогонные аппараты и около 1000 литров готового контрафакта. Троих организаторов нелегального бизнеса задержали. Кроме небольшого сообщения в интернете, никаких комментариев в управлении СБУ пока не дают. В то же время самой полиции не на камеру говорят, их сотрудники к этому делу не причастны. И не так давно, в апреле, рядовые патрульные обнаружили в Николаеве точку продажи самогона. Приехали даже следственно-оперативная группа и представители фискальной службы. Разбирались несколько часов, а потом развернулись и уехали. Тогда начальник областного управления заявил, мол, следователи и налоговики не разобрали, кто должен был изъять контрафакт. Кстати, полгода назад подобный суррогат стал причиной смерти нескольких человек. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Николаев.